Привет, привет, друзья! Времени 6 часов утра. Ну, в такую рань я еще не вставала, конечно. А вот сегодня сама не знаю, почему проснулась. Привет! Привет-привет! Вон поливает туи. Все деревья уже полило. Это последнее, да, у тебя? Ну вот, дождались своей очереди. А ты в первый день вот эти поливал деревья, да? Да, я отсюда поливал. Вот. А потом, очищали. А второй день какие поливал? Второй день. Там вон сзади, вот, которые? Сзади, вот по той стороне. Ага. А вчера я вот и поливал вот впереди дома еще. Ага. А потом уже вчера. А вчера поливал вон вот с той там, стороны. Там, да? И по проходу, то ворот. А, ну вот. Ну вот. Три дня. Пойду солнышко засниму. Смотри, вон оно за деревьями. Боже, это что? А это военная. А, тут недалеко находится военная база. Ой, и уже стреляют. А что же они так рано-то с утра? Стрельбище. Ничего себе. Тут этот полигон. Стрельба, полигон. Ух ты, ничего себе. Я, конечно, слышала, но вот так вот, чтобы прямо утром рано. Я, наверное, в это время просто еще сплю всегда. Вот папа грядки обычно поливает из бассейна. В бассейне вода через несколько дней начинает цвести. И она уже теплая, и для грядок очень хорошо. А деревья он поливает вот прямо отсюда из колодца вода идет. Вот она. Качается. И ему тоже очень нравится поливать из колодца, потому что он говорит, что вода обновляется, поступает новая в колодец, и домой тогда она идет и как питьевая, и мыться уже чистая новая. Вообще вода здесь очень хорошая. Ее можно пить прямо из-под крана, колодезная вода такая родниковая. Такое солнышко у нас с утра. Только-только встает. Небо такое сегодня голубое. Вон папа эти цветочки теперь стал поливать. Да, надо. Потому что дождя уже не было полмесяца. Да. Вот это вот георгины. Да, их вот там несколько уже георгин. Вот георгин. Вот. Вот этот вот цвет набрал, сейчас расцветет георгин. Вон дальше георгин. Вот еще георгин. Да. На той стороне там тоже георгин. Там несколько штук, да. А вот это что за куст? Вот ты поливаешь сейчас. А это тоже цветет уже поздно осенью. Не знаю, как она называется. Она это, где-то начинает в августе конце. Какой еще вот как этот? А вон смотри, какой-то. Какая-то улитка или что это сидит а на вот нем? Это... Улитка. Ты видишь? Да. Вот крепко сидит. Крепко. Скажет, не удастся ли мне. Да пусть сидит, что, пусть жалко, я... что ли. Вот так я утром выхожу и этот, пока этот, прохладно, да, поливаю. Я в это время еще сплю всегда. Да, а я это, я 6 часов. Да, а сегодня я проснулась, потому что я вчера очень рано легла спать. Я что-то вчера так утомилась и это. И прямо свалилась в 11 часов, я уже спала. Поэтому сегодня тоже встала рано. Ну ладно. Сегодня к нам Лена с Вовой приезжает с ночевкой. Этот... Миша выпросил у них, отпросился пригласить друзей к себе погулять. И поэтому Лена с Вовой предоставляют ему дом и сами уходят к нам, приходят к нам ночевать. Так что мы сегодня в ожидании гостей. И вот улиточки тоже здесь ползают. Одна и вот вторая. Давайте, выползайте. Вон они. Вот такие усы у нее смешные, у этой улитки. А? Усы какие у нее, ты видел? Ага. Огромные. Ты их вытащил, что ли? Нет, они сами вылазят.
с папой в магазин, и тут такой грохот у нас. Боже, такая туча налетела, да? Краснеет, смотри. Ага. Они красные будут. Красиво. Вон, как, вон там уже идет. Туча где-то. Такая черная и грохот такой, да, папа? Да, да, да. Аж страшно. Ой, хорошо нам идти близко. Вот. Нету? Нету. Все, пошли. Вот у нас перехода. Вон ой, идет перехода оттуда скоро. Ой, ой, посмотри как. Аж ну, сверкает. Успеем. Но зато жара спала. Да? У нас было... Жара спала, ты заметил? Ага, жара стало спала. Лучше, да. У нас было сегодня 33 градуса днем. Вот сейчас уже где-то, может быть, 29. Вот посмотрите, какая картина. С этой стороны голубое небо такое красивое. И вот в эту сторону черная-черная грозовая туча такая, да? И гремит прямо ужас. Ой, погоди, осторожно, убери. Осторожно иди. Ой, как мы успели сходить с тобой? Посмотри, все, начался дождь. Край попадет только. Она ушла там, наверное, там. Да какое сейчас как ливанет? Вон какой витрина поднялся. Нет, у нас вот это только облачки небольшие. Папа, я тебе говорила. Вот он. Ой, вот это да. Вот таким ливнем. Ой, ой, красота. Вот красота. Захватило нас, да. Обычно проходит стороной. В Бресте идет дождь, а здесь так покапает и все. Сейчас Брест обреет, уже не там озеро. Да, а здесь в этот раз вон задело нас. Ой, ой. Ой, мама, страшно. На улицу идти боюсь. С окошечка покажу, прямо стеной пошел ливень. Гром нельзя на улицу, может молния ударить. Да, конечно, он так грохочет. А. Вот. Ну, маленько, да что, но захватило. Да, видишь? Сильно, хорошо захватило. А. Он прямо, посмотри как. Ну вот, на гору. Как из ведра. Вот. Дождик. Да. Ну-ка вот еще в это окошечко. Он как с крыши капает. Льет. Хорошо, тебе не поливать завтра. Вот что мы набрали. Фрост. Бутылка минеральная. Вода папа пьет. Полтора. Кефир полтора. Кефир 2,5. И молоко. Молоко полтора. Савушкин продукт. Сыр. Банка шпрот. Это я ем с гречкой. Мороженое всего одно было. Там было, только другое, там мороженое, масло. Масло сливочное, творог хуторок, копчености вот такой, рулет домашний 39 900, селедка Матиас, гречка и кусочек сала. Сало надо было тут что-то. Ну ладно. Да, не знаю, попробуем какой, вкусный нет. В общем, вот это все нам обошлось где-то в 12 долларов, где-то 240 тысяч белорусских. 12 долларов, да. Угу. У нас вырубило свет. Вали, вали, ой, вали, вали, ой. Так, гроза. Ужас, так, ужас. Вот это да. Такого еще я не видела, ливня. В прошлый раз, мне кажется, даже меньше был. Нет. И у нас вырубило свет, все. Так, не только у нас, везде. Везде, вырубили. По всему поселку вырубилось, да. Вырубили свет, и резко-резко снизилась температура. Вот 21 градус. Было 34. 34 было днем. Ну, вообще. Ничего, ой. Хорошо, хоть вы, мне плохо в температуре. Да, папе тяжело, когда жарко. У сейчас... нас 30 в избе. Угу. Да, но сейчас снизится. Снизится, да. 29 у нас. 29. Да. Это жара будет, это угу. Долго. Ну, мы сейчас дождь пройдет и дверь откроем да. Нараспашку и все. Посмотрите, какое чудо. Вот моментально дождь прекратился и выглянуло солнце. И оно палит, папа. Смотри, какое жаркое солнце. Вот это, дождь еще капает причем. Да. И уже палит солнце. Ой, ой, как здорово. Как это здорово, да? После дождя. После дождя. Я помню, мы раньше, в детстве,
после грозы вот дождя выбегали и бегали. Теплые вода в лужах. По лужам, да? А, теплые вода. Ой, мальчишками были. Ну надо же, вот еще капает дождь, вот он еще капает, но уже последние капельки, и уже вон оно солнце, и уже туча куда-то ушла, да? Вон они все тучи. Вон в ту сторону, да, моментально прошла эта грозовая туча. Вот теперь только бы нам еще свет дали, починили электричество. Покажу вам, как продвигается моя картина. Ну, во-первых, как я организовала свое рабочее место. Вот папа мне дал такую коробочку, и в нее я сложила все свои принадлежности для рисования. Это краски, кисти, лупа у меня, салфеточка. Это я вытираю кисточки. Вот, очень удобно. Раньше у меня все краски то на окне стояли, то на столе. Угу. Вот, а теперь они вот так вот все в коробочке и очень быстро убираются. Угу. Вот. Вода у меня здесь, вот я приготовила чистую воду. И, собственно, сама картина. Вот. Очень красиво. Папе нравится, да, папа? Да, хорошая картина. Я приспособилась сейчас, как рисовать. Поначалу мне это представлялось вообще нереальным. Я думала, что я никогда не смогу, потому что так мелко все. Вот. Но теперь я выбрала другую тактику. Если раньше я вот на тех больших участках размазывала кистью, как бы мазала, то теперь вот здесь, где очень мелко, я просто как бы кистью ставлю точечки подряд-подряд рядышком. И вот так вот таким образом заполняю участок. Поэтому у меня получается довольно-таки хорошо. Я вхожу в границы вот этих разлинованных участков и практически идеально все вырисовываю. Вот. Здесь пошла зелень, вот уже очертания замка, я его еще не начинала рисовать. Там горы, они действительно, да, папа, как будто вдалеке, вот так, как будто они там где-то далеко. Mm-hmm. Здесь вот эта гора, на этой горе как бы домики вот такие вот получились. И здесь как будто даже тень отбрасывает вот в воду. И вот уже получается как бы берег, домики, два вот таких домика здесь. Все это ярко и очень красиво. Вот. Я не думала, что мне понравится рисовать кистью, потому что до этого я никогда не рисовала и вообще думала, что у меня нет таланта к рисованию. Но вот сейчас мне это очень нравится. Вот еще отсюда, может быть, по-другому, когда ложится свет, будет лучше видно. Когда я не рисую, у нас картина вот так стоит, и мы с папой вот отсюда любуемся. Смотрим и любуемся, как она продвигается. Привет, Лена, с Вовой! Привет, привет! Привет, привет! В кои-то веки Вова пьет в Муховце. Вова всегда у нас за рулем. Вот. И мы такие голодные, я Лену с Вовой ждала, не ужинала, что... Бегом-бегом на стол накрыли, да, и уже половину съели. А мы постоянно сидим за столом у вас и выпиваем. Сапожки, Бресте, да, по наследству переданные. А теперь сапожки. Вот Муховцы. Давайте, за здоровье. За здоровье всех. Детей, родителей. Хороший тост. Я так прям глобально подошла вообще. Да. А вас, значит, говорите, сын из дома выгнал сегодня, да? Не выгнал? Да я шучу. Вежливо попросил. Ну. Ну, в общем, Лена с Вовой сегодня у нас ночует. Вот. Мы сейчас посидим. Можно пойти погулять. Кстати, на улице так классно после дождя вообще. Сходим погуляем. Купаться пойдем. А, кстати, можно. Почему нет? Сейчас напьемся и пойдем купаться. Классно. Ну все, ребятки, нам приятного аппетита. А вам всем пока. Пока-пока. Пока-пока.